С Днем Ангела, дорогие именинники! Христианскую жизнь невозможно представить без храма. Храм – это не место, где развешаны иконы и зажжены свечи и возжигаются лампады. Храм нужен нам в первую очередь как место совершения таинств. И из таинств в первую очередь таинство Святой Евхаристии, таинство тела и крови Господней. Храм нуждается в защите, в тепле наших сердец, в трудах наших рук, и те средства, которые мы на храмы даем, то те труды наши физические, которые мы поддерживаем существование и жизнедеятельность наших приходов, это лучшее доказательство нашей любви Господу Богу. Иногда храмы нужно защищать. И вот сегодня мы расскажем о святом человеке, который прославился перед Богом и людьми тем, что защищал святыню храма. Святой диакон Роман жил в Кесарии Палестинской. И вот однажды правитель решил, уничтожая христианство, разрушить их святыню, разрушить местный храм. Диакон Роман поднял людей на защиту святыни и сказал, что, может быть, нас истребят, может быть, мы пострадаем, однако мы должны отстоять здесь храм Божий, не дать его на поругание, и за это будем увенчаны Богом, если даже и умрем. Видя такую решимость людей, правитель отказался от этого намерения, поскольку опасался кровопролития в народе. После этого диакон Роман перешел жить в Антиохию, в Сирию. И там тоже, на одном языческом празднике, он возвысил свой голос против идолов в защиту истинного Бога, за что был схвачен и бит. Во время его мучений был выявлен еще один христианин, отрок Варул, который также был за Христа умучен. Диакона Романа сначала приговорили к сожжению, однако внезапно пошедший ливень погасил разгоревшийся уже огонь. Затем ему отрезали язык и после этого повесили. То есть, так или иначе, он закончил свою жизнь мученически, потому что, очевидно, обладая горячим характером и ревностной верой, в те времена, когда господствовало язычество, ему грозила смерть рано или поздно от язычников, безбожников за его твердые убеждения. А мы вернемся к нашим храмам. Сегодня храмы, к сожалению, захватываются, как и раньше, иногда даже и разрушаются. И сегодня это делают не иноплеменники и иноверцы, а сегодня иногда вот на нашей земле захватываются храмы нашими же сродниками и одноплеменниками, и бывшими одноверцами. То есть наша эпоха, в которой мы живем, не может похвалиться глубоким миром и благоденствием. Поэтому наши храмы нужно и строить, и воссозидать из прежних руин. Нужно их также и защищать. А лучшим способом этого будет то, когда в наших храмах будет очень много твердых, крепких в вере не захожан от случая к случаю, приходящих в церковь, а настоящих прихожан. Надеемся, что и вы будете в их числе. Кроме носящих имя Роман и Варул, сегодня мы поздравляем с Днем Ангела а также Платона, Закхея и Алфея. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.